Мы мониторим состояние моря. Прежде всего мы замеряем именно температуру воды, устанавливаем, возможно, наличие донного течения или штормовых явлений. При волнении моря 2 балла и выше тоже купание запрещено, поэтому очень строго мы следим. На сегодняшний день, вот по состоянию на 10 часов утра, температура воды составляла в Благовещенской 20,5, в Суко составляла 20 градусов ровно, и в бухте она доходила до 21 градуса. Морпорт, его средства контроля, зарегистрировали 20,5, что нам не дает основания вводить запрет для купания.